Продолжаем мы играть в Far Cry 5. Я отходил от компьютера на очень долгое время, но сейчас вернулся, и давайте продолжим играть в Far Cry 5. Так, что у нас еще не изучено? Ну, это еще один, кстати, аванпост, но это уже территория Веры, так что сорян бы. Вот сюда нам нужно. Да, слушайте. Перехожу. Или мы здесь были? Или нет? Или да? Нет, не были. Ясно. Зашибумба, отряд, давай. Береги себя, ладно? Принято. Я тут город трупиков. Ох, мать твою. Бать. Ох, сука. И сектанты. Я уже, кстати, нормально играю. Играть начал, привык к управлению. Все, это все было. Да, судя по тому, что это все, что нужно было сделать, да, все не так плохо. А у нас вертолет завис. А, все, отвис. Да, тебе уже ничем не помочь мне. Ты уже мне ничем не поможешь. Привет, это я. Послушай, ночью заходил Зимб, брызгая слюной, рассказывал о сектантах. Типа они травят животных какой-то дрянью. Блажь вроде называется. Знаю, когда-то он работал на тебя, но он тронулся умом со своими заговорами. Он требует, чтобы мы отказали Сидам и отпустили зверей. Мол, только так можно сорвать планы глобалистов. Мы что, дураки, упустить такую кучу денег? Если он опять придет, а меня не будет, наври ему. Это дом. Скажи то, что он хочет услышать, и выпроводи. Не дай запудрить себе мозги. Окей. Так, окей. Фига. А что, так можно было, что ли? Вау. Все, будем так делать. Классно. Садись. Да иди ты быстрей. Ой, извиняюсь. Погнали! Правильно сказано, погнали. А, так вот, еще аванпост. И как я могу проехать-то? Назад. О, вот это был заход. Не помню, они все одинаковые более-менее. Оу, е, бич. Хеллоу, сектанс. Элеватор, вот как бы элеватор и есть. What's up, люди? Немножко бы не хопа. Меняю позицию. Отсюда ни хрена не Ебаный вип-сектант, ты в жопу.
Сука, долбим безрядка, давай быстрей. Твою мать. Он собаки ловит. Все? Изич, изич. Действительно. О, клад. А, записка, писка. Ну, окей, давайте заходим, мать его. Оу, битча. А, сейчас мы должны будем ехать и отбиваться от врагов на этой хернюшке. Ой, боже. Ладно, готовы? Ребятушки, это будет не очень легко. Предупрежу сразу, но, возможно, умрем пару раз. Но ничего страшного, поехали. И ты садись быстрее, пожалуйста, не нужна. Ладно, погнали. Если наткнемся на блокпост, будь осторожен. Конечно. Ой, дожди недавно, забываю. О, точно здесь стрелять, чем... Офигенно. Фига, тут можно было, что ли? Не-не-не, ты умрешь, все, не надо. Мне еще помогает с воздуха, вообще класс. Топ-пава. Не, слушай, по-моему, легко пока что идем. Очень. Это меня радует. Тупое автовождение. Алло, автовождение, ты тупое? Вадик, я сказал. Эй, куда ты вышла, тупица? Ну, проедем так. Без проблем. Живем, живем. Да, не прощи за пилот на то, что будет вот такая хрень. Лучше я буду. Ну, вертолет ты точно никак не сделал, извиняюсь, конечно. Кто-то убивает, она рядом, отлично. А, здесь было недавно, эй! Говнюк! Блять, пиздец! Все пошло по пизде. Кажется, я говорю, что мы умрем. И мы умерли. Сука! Ой, блять! Ой, блять!
плохие для рыбаков. Хули здесь-то соляные? Ну ладно, хотя бы так, до самого начала. Здесь все равно пиздец. Хотя нахуй, включай эту пилотку, пизду иди. Чё-то ну, пулеметы говном стали, резко. Главное здесь не лукануться, опять же. Давай, выходи, мразь. Все, что мешало мне это сделать раньше? Блять, куда это опять вышло? Ну все, наконец, последняя. Оу, дея. Ой, твою мать, мы горим. Ху. Просто ху. Вовремя, очень вовремя. Ну, метку убрать, она меня выбешивает. Yes, false end. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, собачку убил. Сука, нет, собачка, нет. Да ну, я не мог этого сделать. Сука, собачка, твою мать, сорян. Я не специально. Чтоб меня, глазам своим не верю. Отцовский грузовик возвращается домой, прямо как в детстве. Я всегда стояла на этом самом месте и махала ему рукой. Тебе хватает твердости, чтобы им управлять. И что важнее, у тебя есть сердце. Отцу бы это понравилось. Если вдоводел тебе понадобится, стесняйся. А я пока буду держать нос по ветру. Если узнаю что-то интересное, сообщу. Ну, еще хорошо. Раз спасибо. Да не за что, отпусти меня уже. Предпочитаю эту комнату. Yeah. Плюс 600. Вау. Слушай, знаешь, мне бы понадобилось лучше вот это раз. Вот. Все, остальное мне сейчас не нужно. Остальное, в принципе, и так нормально. Но вот эту штуку 200% хп, это отличная идея, прям, я считаю. Кстати, не буду ходить пока что, просто так будем.
Так, что бы здесь еще сделать такого? Челсида? Хы. Ну, а здесь не изучено. Как раз сюда и поедем. Куда-нибудь сюда. Трактора. Ну что ж, поехали на этой штуке. Они напали, мы дали сдачи. А теперь сдачи дают один. Как в драке. Главное сдачи, если тебя сбили с ног. О, щит, надо развернуться. Ой, где-то я уже это видел, да? Слушайте, тут баги с автомобилями и с предметами, я тоже заметил, ну это капец. Вот же грузовик, вот он стоит, почему здесь еще один? Что за дюпы в игре? Реально. Я же не замечал этого, а сейчас замечаю, и прям дюпы в игре есть, много дюпов на самолеты, вертолеты, на все, в принципе, я так думаю. Не, на вертолет вряд ли, но вот самолеты, на машины, вот вы поняли, что есть. Кстати, да, в Far Cry 5 вообще вышек нет, точно, это намного лучше. Едешь, вся карта уже открыта, это намного лучше, чем открывать карту. Я еще беру парень. Сраный автопилот просто. И должно получше, как пока я. Ну, не помню его получше, а он, оказывается, тоже говно. Кстати, насчет вышикать. Немножко осталось. Насчет нашего отряда-то, а? Все есть, правильно, ладно. Живем, живем. О, да, третья есть. Жду кассены. Спасибо тебе, спасибо. А не за что, не за что. Е, новый уровень. Хы, это я. Терпеть не могу теории заговоров Зипа, но пусть болтает сколько влезет, лишь бы взрывчаткой поделился. Думаю, сейчас он у себя на ранчо. Я еще два. Спасибо. Сводишь ты лучше, чем стреляешь. Шутка. Я только учусь общаться с людьми. Где-то я уже это слышал. Ребятушки, а тем временем всем спасибо за просмотр, с вами был стример, всем удачки, всем пока.